Всем привет, друзья! С вами Грим Макс. Мы продолжаем играть в Grim Soul, Dark Fantasy, Survival. В этом ролике, после последнего стрима, я продолжаю фармить северные земли в Лубении. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии какие-нибудь веселые, смешные. В общем, максимально постарайтесь поддержать. Мне будет приятно, а вам не сложно. В общем, вот какой у меня лутецкий с последней локации. Точнее, с одной локации 5 черепов. Я пока никуда еще не ходил. Я, в общем, решил пойти на 4 черепа, не перезагружаться с помощью этого ивента. Мы отправимся сразу на 4 черепа. Вот. Тем более тут нет птички, то есть мыши. И вместо этого я сюда решил поставить бастард. Я думаю, это будет гораздо правильнее. Так. Пусть пока тогда, наверное, так останется. И я буду чисто в меди сейчас ходить. Чисто в меди. Вот. Давайте тогда попробуем. Может быть, деталь стола алхимика попадется. Кто его знает? Ну, книжку 100% надо. За книжку я готов убить. Абсолютно кого угодно. Так, перначей тоже дофига. Я вот думаю, 36, 39. Вы знаете, что надо бы? Ну ладно, пускай... О, чат появился, надо же. Чат появился только что. А уже все, уже не надо. Ну да ладно, пускай. Так, я думаю, меня слышно вполне нормально. Так, еще одного вижу. Два сундучка вижу. Вот. Эта локация, 4 черепа, чисто как 3 черепа. Ну вот, честное слово. Вот это было опасненько. Я забыл про станеров, которые там находятся. И вот это меня слегка напрягает. Вот. Поэтому... Да ёлки-пак, поэтому... Ослабляться здесь тоже, знаете, не особо-то и стоит. Сейчас отойдем куда-нибудь далеко. Травы тоже здесь неплохо сыпет, но траву не советую фармить на севере. Я советую совсем другое фармить. Ой-ой-ой-ой-ой, аккуратненько. Не туда немного я пошел. Ой, ну ни хрена себе. Ой, ну не дай бог так сейчас все слетит, если честно. Ой-ой-ой-ой, как вот это опасненько. Ты посмотри, ком в какой броне. Не, ребят, таких вот сложно убивать. Он, во-первых, в синей броне. Во-вторых, он со скиметром. Он хоть не с алебардой. В-третьих, это бот вообще как сосед выглядит. Тот бот, который...
как это сказать-то, которые имеют право хилиться. А таких ботов, ой-ой-ой, ребят, не-не-не, они сложные. Вы не представляете себе, какие они сложные. Я с одним ботом на трех черепах сколько провозился, он хилится и хилится, хилится и хилится. Да что ж такое, думаю. Да сколько же можно. Ну, вполне неплохо. Секундочку, ребята, секундочку, я пытаюсь... Во, неплохо, неплохо, красиво мы сейчас его замочили. Я предлагаю сейчас вот так вот сделать. Так, никого вроде нету. Блин, как же я боюсь, а? Нам дали ткань снова. Ну, пока что фармлю потихоньку. С рыцарей, к сожалению, больше ничего интересного не падает. Да, так я и думал. Ну, ткань собирать, к сожалению, надо. Куда деваться? Так, с них вроде не блюют. Что, давайте попробуем первый сундучок открыть. Мало ли, что там. У нас фальшон есть. Причем он... Блин, ну нет, ребят, это не серьезно, это фигня какая-то. Ну, овес, конечно, это хорошо, потихоньку окупаемся им. О, за мной бот приходит. Ух ты, ё-моё, ты посмотри. Не-не-не-не-не. Это все хорошо, конечно, Крейг Мейси у него, но я не буду тратить на него оружие. Уж извини, ботик. В следующий раз как-нибудь, в следующий раз. У меня сейчас все слетит, поэтому, вы знаете, я что-то рисковать не особо прям горю желанием. Поэтому вот так вот. И посмотрите, как мы сейчас... Неплохо с вами освободили инвентарь. Ну, согласитесь. На мой взгляд, это прям приятное известие. Здесь можно оружие попробовать поставить вот так. Не, неплохо вполне. Ну, тут некуда, да. Вот насчет этого, если говорить. Ну, хотя бы что-то, хотя бы так. Вот, 4 ячейки пока. Пусть будет. У нас осколки душ есть. Мы пока тут с вами, ну, пытаемся экономить. Я мог бы поменьше все-таки взять оружие. Ну, кто ж знал, что мне так сыпать будет. Вот бывает, ребят, везет. Бывает, не везет. Ой! Я что-то уже забыл про это, секундочку. О, нормально, красиво его так обыграли. Хилок очень мало, хилку надо экономить. Как я на 5 черепов-то, интересно, пойду. И плюс еще ко всему надо на ночной схрон подготовиться. Ё-моё. Ну ведь почти же, почти ты хотел. Ой-ой-ой-ой. Ты посмотри, даже фальшон не справляется с ним. Буквально вот на пару ударов каких-то. А что у нас скоро, да? Блин, даже сейчас. Даже не скоро. Придется факел делать. Куда деваться? Друзьяшки. Ну а здесь у нас
Вот это вот говно убрать надо. И это вот так вот. Сколько можно? За 3 удара сможешь? Ты смотри-ка, никого не хочет за 3 удара, а? Ну что за неуважение ко мне? Вот лично ко мне. Так. А куда я тут должен направиться? Блин, что-то я потерял все эти сундуки. О! Знаю, что там этот негодяй есть. А что это такое было? Ну хотя бы за 2 удара. Уже что-то. Да посмотри, а что они меня так гасят-то, я не понял. Причем, я бы сказал, ну неплохо так они меня гасят. Ой, кто ко мне идет? Ну хоть не инквизитор. От греха подальше, может быть, это, конечно, можно было. Ну, ладно, я экономлю. Мы бочками можем сейчас подхилиться. Ой, ну вот не... Ну давай попробуем. Неплохо. А вы знаете, ну неплохо. Не, красиво, мы его обули ток. Мне нравится эта система. Черт, 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 я растерялся немного. Вот так вот. Блин, что-то уже кожи так много, надо будет убегать. Зачем я второй стак кожи начал фармить? Ой, ну 4 черепа тут, конечно, скучноватые. Надо было на 5 черепов идти. Ну что, мы сейчас второй сундук откроем. Я чувствую, там должны что-нибудь такое дать стоящее. Пока веревку фармлю тут потихонечку. Давайте так вот сделаем. Пускай пока веревка будет. Можно и березку подфармить неплохо. Да нет, нет. Да ёлки-палки. Не, ну вы знаете, это нечестно на самом деле. Вот успевает же все. Успевает абсолютно все. Я хилку экономлю прям по максимуму, потому что у меня уже меньше 2 стаков. Я не знаю, что мне делать на самом деле. Но мы будем как-нибудь пытаться бороться. Ух ты! Ух ты, ух ты! А вот это тоже красиво было. Мне это понравилось. Давайте так что поменяемся. Да, беда. На 5 черепов, если не хватит, то печально, печально. Реторта выпала, друзьяшки. Вы бы сейчас видели мое лицо. Реторта выпала. Ну и ну. Обалдеть, реторта. Да сука. Извините, извините. Прошу прощения. Ну и торт-то, блин. Ты посмотри, чё. О, еще одна тыка. И его нет. Отлично, отлично. Мы ждем. Надо бочонки будет использовать, я что-то про них забываю, все. Говорит, ну спасибо за деталь алхимика, ёлки-палки, реторта выпала. Вот это меня радует, спасибо. Выпьем. Выпьем за реторту. Поднимаю этот тост. Фигня.
Правильно. Так, может что-нибудь еще нас чем-нибудь удивят? А кто? Так, это чумной разбойник. Блин, он по 9 сносит, зараза. Что-то мне это не очень нравится. Сколько у меня? 41, ну обалдеть, ну чё? Чё за... Ждецкий какой-то. Вот тут вот точно бочки надо ставить. Одной бабочки хватило. Че я так не экономлю-то по хилу? Зачем я так делаю, а? Зачем так делать? За два удара снесли. Ну, понятно. Вот это по-нашему. Вот как надо на север ходить. Еще один сундук там. Может быть, еще какая-нибудь деталь? Пожалуйста. Было бы прям красиво. Не. Вряд ли, да? Слишком много, да? Я понимаю, конечно. Ну-ка. Раз, два. Ну, вот это получше, конечно, но не до конца меня удовлетворяет. Так, вижу охотника там. Мне б ягодки какие-нибудь. Неужели нету? А прям не по... Ну не поверю, что ни одной ягоды здесь нет. Такое бывает вообще? Блин, зараза, охотник. Обалдеть, вот он мне чисто 4 удара наносит, понимаете? 4 x 9 это 36. Обалдеть, и этот не успел. Да вы чё? Ребятки. Так нельзя. И это охотник, да? Это вообще ведьма. Может быть, рискнуть? И зачем я это сделал? Я же хотел... Ладно. А что я хотел? А не важно. А это уже совсем другая история. У меня сейчас бронька вот эта слетит. Тоже хорошо. Сейчас минус одна ячейка. Мы сейчас с вами на коня сходим. Господи, ну где он? Где ты у меня? Вот так вот. Вот. Вот это сюда отнести надо. Так будет справедливее. Все, еще одна минус ячейка. Две ячейки свободных. Пока не знаю, что туда надо. Плюс еще фальшиво он скоро слетит. Не, правильно я, что в такой, с такой броней пришел. О, четвертый сундук, по-моему. Я думал, я все открыл здесь. Ну неужели? Опять овес. Ну, сойдет, сойдет, знаете. Менты тоже, вот хил это, норм, это нормальный хил. Вы знаете, раз уж мы начали тут березку фармить, то почему бы не завершить, правильно? Вот, надо завершить, будет еще один стак, третий уже будет. По счету и на 5 черепов. На 5 черепов. Да. Но это, конечно, будет жестко, потому что у меня хилки мало. Чтобы вы понимали.
Вот, я не знаю. Успел, успел, ладно. Бинтики тоже есть, это хорошо. Хилка вроде бы есть, но не факт, что прям хватит. Вы посмотрите, почти стак. Почти стак бронзы. Тут 100% надо делать бронзовый топор. Такой шанс выпадает. Ну и плюс еще это бастахт. Это бастахт целый. Кто не знал. На бастах дается, значит, 15 бронзы. Вот вам доказательство прямое. Ретохта, это прекрасно. По-моему, две ретохты надо для стола алхимика, если я не ошибаюсь. Но я, честно, не помню. Ну, хотя бы не успел. Вот. Ну, это шикардос. Мне нравится. Я доволен.